Станислав Иванович встречает 64-ю зиму. Уникальный авторский рецепт. В руках у него лимон. Он натирает им спину. Это сделано для того, чтобы кожу наполнить витаминами. Уникальный рецепт, проверенный опытом. Авторская разработка. Позвоночник мажем. Шейный позвоночник. Шейный позвоночник. Смотрите, какой он стройный на 64 года. Вредных привычек не имеет. Так. Теперь берем прутики. Прутики должны быть нежные. Это кипарис. Можжевельник. Можжевельник. Вот. Берем воду. Воду. Вода чуть тепленькая? Нет. Вода колодезная, холодная. Намачиваем. И нежное подрухивание. Не нежное, а сильно себе. Активное, интенсивное. Встреча зимы обладает сильным бодрящим эффектом. Появляются силы, аппетит, сон. Женщины начинают активнее приставать к мужчинам, а мужчины к женщинам. Это в наше время очень актуально и важно, ибо здоровье – это самый ценный ресурс, который мы обладаем. Все остальное можно купить на базаре. А здоровье, к сожалению, это уникально. Кстати, пошел снежок. Это очень хорошо. Это добрый знак. Обратите внимание на последовательность его действий. Это все надо делать вначале по часовой стрелке, потом против часовой стрелки и в зависимости, как вам больше нравится. На палеты можете не обращать внимания. Это фоновая заставка. Реклама Европалет. Но они, правда, уже были. Если бы вы знали, какой приятный запах исходит от можжевельника. Видите, какое у него довольно улыбающееся лицо. Это связано с тем, что он получил дополнительный заряд бодрости. Так, все, пауза. Что дальше? Все. Все, благодарим за внимание. Поблагодарите Станислава Ивановича за то, что он поделился с нами своим уникальным рецептом. И делает это он уже 64-й раз, встречает зиму. Всем счастливо, крепкого здоровья и бодрости.